Портрет нашего современника представили в историко-мемориальном центре Ивана Гончарова. Сегодня героем регионального проекта стал писатель, академик Российской академии гуманитарных наук Николай Нарышкин. На встречу с общественным деятелем и краеведом пришли коллеги и студенты. В непринужденной беседе почетный гость поделился историями из собственной жизни, а также творческими идеями. Николай Васильевич – наш земляк. Родился он на берегу Суры. Именно эти сельские пейзажи стали вдохновением писателя. Я решил уже в возрасте лет 40, поклялся перед гробом отца, что я русского крестьянина, великого валяльщика-крестьянина, как отец. Я говорю, я тятя напишу о тебе, все прославлю, оставлю тебя в истории. И, конечно, свое родное село. И там я на лугах сено косить, траву косить помогал, заготавливал. Овец, коров помогал родителям пасти. В завершении творческой встречи Николай Нарышкин передал в фонды музея альбомы с фотографиями своего жизненного и творческого пути. Здесь, в историко-мемориальном центре, сформируют личный фонд писателя. Напомню, проект «Портрет нашего современника» призван привлекать внимание к выдающимся деятелям края, которые внесли значительный вклад в его развитие. Реализация проекта продолжается.